В областной столице Сахалинской области бьют тревогу. Количество людей, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, перешло эпидемический порог. Эта новость как сигнал для всех медиков. Если эпидемия начинается в областном центре, то уже как минимум через 2 недели она охватит всю область. Какова статистика заболеваемости по Невельскому городскому округу, Невельским новостям рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по Холмскому и Невельскому району. Зарегистрировано 3 случая лабораторно подтвержденного гриппа H1N1 свиной у пенсионера, проживающего в селе Горнозаводск, и у 2 детей школьного возраста, учащихся школы номер 3 и школы номер 2. С диагнозом ОРВИ, который по симптомам напоминает предгриппозное состояние, за первых 2 месяца этого года в медицинские учреждения Невельского района обратилось 358 человек против 228 случаев, зарегистрированных в прошлом году. Всплеск зафиксирован, но до контрольных данных по эпидпорогу цифры не дотягивают. Мы превысили среднемноголетние показатели, но не достигли максимальных. И мы не достигли эпидпорога, практически еще на 50%. Нам еще до эпидпорога очень далеко. Эпидемией будет признана ситуация, если за неделю заболеют сразу больше 160 человек. Но такой сценарий маловероятен. Специалисты Роспотребнадзора уверены, что в этом свою роль сыграла прошлогодняя прививочная кампания. Почти 45% жителей района сделали прививку от гриппа. Но при этом никто не отменял и другие меры профилактики. Это здоровый образ жизни, насыщенное витаминами питание. Берегите свое здоровье. Виталий Войко, Невельские новости.